Аномально теплая погода способствовала обильному таянию снега. В городе активно ведется работа по откачке талой воды на дорогах, не оснащенных ливневой канализацией, и в низинах. В основном это Куйбышевский и Кировский районы. В Кировском районе талыми водами подтопило Аэропортовское шоссе и улицы Магистральную, Литвинова. Здесь работы практически окончены. Откачали воду и расчистили дренажные приемники. Прочистили каскады ливневок и перед путепроводом Ракитовский. Еще предстоит привести в порядок проспект Карла Маркса около ТЭЦ, а также перекресток улиц Макаренко и Транзитная. Уже бойлер стоит, работает. Я думаю, что за сегодня мы эту тоже проблему там закроем. Бойлер сейчас стоит Макаренко, Транзитная, но там небольшой объем воды остался, соответственно. Поэтому я думаю, сегодня, наверное, 3-4 бойлера нам будет достаточно. И продолжим работы, соответственно, по уборке последствий, так скажем, паводковых вод. Несколько лет назад здесь действительно были болота, что там практически по фары машина затопляла. Вот, и ездить было здесь очень проблематично. Но сейчас стало намного лучше. Вот, спасибо нашим, как говорится, работникам. Ежедневно спецтехника откачивает с дорог города 1000 кубометров талой воды. Приток воды примерно одинаковый за сутки. Это уже проверено опытом. И достаточное количество техники, которое мы выставляем непосредственно на каждом участке, оно достаточно для обеспечения в течение суток откачки воды. По поручению губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной, в этом году месячник благоустройства начался на 4 недели раньше. Взаимодействие очень эффективное, да, жители действительно находятся постоянно на связи. Создана у нас своя вайбер-группа, в которой более 700 человек. И, по сути, в режиме онлайн все заявки поступают лично мне, и мы уже доводим их до соответствующих служб. На случай, если в городе пройдут ливни или увеличится количество талых вод, в резерве у муниципального предприятия «Инженерные системы» есть дополнительная спецтехника, которая готова в любой момент в оперативном режиме привести в порядок проблемные участки дорог. Елена Малютина, Максим Гусев. События.